Фулбар, да? Всегда вроде столько приходило. Даже так может оставить. Первый раз было более-менее, кстати. Отлично, теперь качки пришли. Теперь брана не будет. Три, четыре. Ктуна, Ктун будет 30-й картой. Не удивлюсь. О, смотри-ка, Бран. Ага, Бран. Отлично. Только мне прямо сейчас нужно ставить мужика. Можно, конечно, и потерпеть. Да, наверное, стоит потерпеть. На следующий ход тебя и тебя. Может быть. Сейчас эту шляпу можно заметить. Нет, вообще, может, через деко Ктуна и не нужна рука мертвеца. Нужно больше добора. Разоплотнил ли чай сегодня кем-нибудь? Хантом разоплотнил. Нет, он последний остался. Варам выиграть только. Остался только Вара. Здорово. Анонсик, да я думаю, что я. О. Сделай мне больно. Потасовка. Потасовка или консид? А смысл мне его ставить? Он с мяча зарубит, да и все. О, смотри-ка, еще Инбран пришел. Она, конечно же, не придет. Конечно же, она не придет, да. Ты слышишь его, Том? Слушай внимательно. Отсюда не спеша. А может, все-таки спешать? Три провокации бы было. На 14.
Топ-кек. Бах, 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 бах. Ктун, Ктун, пора. Пора, наверное, приходить уже. Ладно. Как тебе Ктуна под браном? Моя судьба. На 28. Раскол сейчас пойдет, нет? Да вот ты, педик, а. Ладно. Вот-вот начнется симфония ужаса. Теперь бы найти его еще. Ой, я разбила алмаз. Сейчас топ-декну еще Ктуна, потом еще одного Ктуна, то... Нам же сейчас Блэк Найта поставит, к бабке не ходи. Ну и отдавать... Блин. Не знаю, надо ждать. Давай, Ктун, приходи. Приходи, Ктун. Очень надо. Либо всем по три на корм рыбам. Всем по два меня устраивает, да нет? Как-то не особенно. Еще прокачка на Ктуна. У тебя 7 по 2, в принципе. Трепещи от страха. Лучше рубином по лицу. Два, то есть он выстрелит на 40. СПВ, да? Кто-то меня наркоманом еще называл. Ну, типа, скорее всего, он барана не будет забирать, но хочу ли я на 7 в лицо получать? Вот в чем вопрос. А то там прокачка еще на лошадь выйдет. Стадии принятия вообще-то 5. Так, кто наискать? Кутуна. Блин, мексу никак нормально не забрать.
Забирать надо. Надо надеяться на топ-дек. Ктуна. Я думаю. Может, типа Шлакалита воткнуть и... Брана. Будет два шанса на то, что я Ктуна топ-декну. Брана он и не заберет. Редко забирает Брана. Хочется, конечно, с мужиком сыграть, но, блин. Повышать шансы на то, что я найду. Пусть боль говорит за меня. Сразу поставлю. Хочу смотреть. Ктун, давай, Ктун. Давай топ-дек Ктуна, я весь борт зачищу, ему и в лицо настреляю. Давай, 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 давай. Это победа будет. Ну же. Ну, Ктун. Хорош. Газом. И тут ты ремувала не находишь на него. Давай еще один Ктун. Давай топ-дек еще одного Ктуна. Давай, 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 давай! Не топ-дек. Так, ну можно обрывать. Сделай мне боль. Еще раз топ-кекнуть. Давай, там еще один Ктун. Давай. Сделай скиллуха! Мне... Ну, ну! Да. И в этот раз... В этот раз, пацаны. Ктун защищает нас. Тебе крышка. Кстати, может ошибка была, надо было топор, возможно. Наверное, стоило топор брать, и чтобы кто нам пройтись им на 26 в лицо. Это большая ошибка, если он сейчас... Если он казнит, получит на 24. Да ты запарил. Две тёлки. Давай, Ктун, 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 Ктун. Ктун, 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 Ктун. Не Ктун. Так, тогда Акалита еще на следующий ход. Больше драва. Чё-то... Ну, типа так... Этих двух сюда. Сам сюда. Допустим, подожди. Бах, бах. Бах, бах. Два урона никак не хватает, чтобы все красиво было. Ну, пять кто нам по лицу не пройтись, или... Или кто нам по лицу не пройтись, и надеяться на то, что телочка не вджибошит по Ктуну. Не знаю. Бах, бах. А не,
подожди, получается. Туплю. Типа я сюда иду топором. Сюда гулей. Это у меня и так. А, да. Нет. Не получается. Либо пушку переодеть. Ну да. Как вариант. Заодно с Акалита можно драунуться сразу. Малыш Ктун, правда, пропадает, но... Тебе крышка! Отведай моего щита! Отведай моего щита. Пусть боль говорит за меня. О, да, детка. Проблема только в том, что я не хотел так делать, потому что, блин, Blizzard убивал этого Брана. Ну, типа, сейчас кидают Blizzard и минус Бран, это уже не двойной Ктон. А так тут на 56, и это летал, типа, на следующий ход. Только без Blizzard, давай. Вот поэтому я не хотел. Равно так. Но его только еще один Blizzard спасает. Типа, даже если он облитерен, он свою кайс знает, он все равно. Короче, он проиграл. Изи. Спину бас. Спи. Но один раскол он отдавал уже. У меня только казнь могла быть. Изейшая, пацаны. Просто изейшая. Всегда должен быть король лич. Бывший вождь Орды принял новообретенную силу. Он поднял из мертвых поверженных врагов и заставил служить своей ледяной воле. И... паладин. Последний раз. Скиллуха! Хороший скин. Использовать я его, конечно же... не буду. Меня там просили деки показывать. Предыдущее не получилось, но... это стандартный Ктун-воин был. Практически. Из вольного режима. Вот такая вот дека. Кому интересно. Ладно. Всем спасибо.